На Ямале продолжается прием заявок на детскую летнюю оздоровительную кампанию. Как пишет пресс-служба губернатора, уже забронировано 58% мест в детских лагерях. Это учреждения Тюменской области, Краснодарского края, Республики Крым, а также Болгарии. Всего в летнюю оздоровительную кампанию за счет регионального бюджета предусмотрено более 5000 путевок. Добавим, сегодня через интернет-портал www.mallcenter.ru стартовал прием заявок на получение бесплатной детской путевки в Болгарию от всех категорий граждан. За справками по вопросам бронирования мест в оздоровительных лагерях можно обращаться по телефону штаба по организации детского отдыха 5-15-49 с 8:30 до 12:30 и с 14 до 18 часов в рабочие дни недели.